ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Starstable Online. Посмотрим, что же такое гамбит ведьмы, кто не стал собирать конфеты, какие изменения произошли с анимациями лошадок, каких магиков завезли нам на следующий месяц, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе, и немножечко спойлеров. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Но начать я хочу с одного очень важного изменения, которое касается всех лошадей, у которых есть какие-то специальные анимации именно на ходу. Не свеча, не дыбы, которые вы делаете стоя на месте, а именно элементы такие как пассаж. Они теперь немножечко переделаны. Анимации остались те же самые, но принцип их работы разработчики переделали. Во-первых, неожиданно, я лично была в полном шоке, нам добавили прыжки на рыси. Да, ребята, если теперь вам по какой-то надобности нужно прыгнуть препятствие на рыси, то вы можете это делать. Напишите, кстати, комментарии, люди, которых мечтали об этом и ждали этого, потому что у меня знакомые есть, которые хотели эту функцию, я лично ее не понимаю, мне пытались объяснить, что в жизни-то это так, но я лично сомневалась в правильности, как это будет выполняться все в ССО, но сейчас смотрю и понимаю, что лучше, чем я думала. И теперь еще про специальные анимации. Раньше, допустим, на Лепицание, если вы хотели сделать специальную анимацию, вы всегда делали ее с шага, то есть вы идете шагом, зажимаете Shift и нажимаете кнопку вперед. Но и чтобы замедлиться или перейти в рысь, нужно было сделать кнопку назад и потом резко вперед. Сейчас таких мучений делать не надо. Во-первых, мы можем перейти в специальную анимацию через шаг, а потом просто нажатием клавиши вперед перейти в рысь, сразу не сбавляя скорости. Зажимаем Shift и нажимаем кнопку вперед. И мы делаем анимацию. Нажимаем еще раз кнопку вперед, мы продолжаем рысить. Если мы с рыси делаем особую анимацию и нам нужно перейти в шаг, просто нажимаем кнопочку назад. Я считаю, вот это достойно внимания. Теперь намного проще будет в выездку вносить изменения вот эти вот, как-то внедрять их в схемы. Это вот то, о чем, я считаю, нужно было точно сказать, потому что не все читают новости и социальные сети ССО, и они могут этого не знать. Поэтому, дорогие мои друзья, знайте, теперь вы можете прыгать на рыси, делать специальные анимации тоже с рыси и переходить сразу с них либо в рысь, либо в шаг. Я считаю, это вот прям очень круто. Вот и вернулись мы вновь в Цитадель, и тут произошли какие-то изменения. Давайте же узнаем у Каспы, что мы пропустили. Что это за шум? О, вот и ты. На острове Мрачной Башни кто-то устроил большой переполох. Я из-за него постоянно сбиваюсь с ритма, знаешь ли. По-моему, это кто-то из твоих друзей, так что я назначаю тебя ответственным за прекращение этого безобразия. Так, это задание у нас с Линдой. Получается, у нас вышло сегодня с ним продолжение. И оно, насколько я помню, такое же, как в прошлом году, поэтому нас это не так сильно интересует, которые находятся где-то в этой части основного замка, основной цитадели. Вот он, еще один призрак. Озорной дух. Давайте же с ним поговорим. Бу-ха-ха-ха! Испугалась моей классной маски? О, неплохая у тебя лошадь. У меня есть отличная идея. Поехали вместе собирать конфеты. Надень похожую маску, и мы получим кучу наград. Призрак хочет собрать конфеты на Юрвике. Поговори с призраком, чтобы узнать больше.
Мне так нравятся маски. Они скрывают лицо, очень удобно, когда отправляешься за добавкой конфет. Поняла намек? Ты должна надеть маску. Если подберешь маску, похожую на мою, мы получим еще больше угощений. Люди оценят наши старания. Маски можно найти в этом магазине. Я вдохновлялась их ассортиментом, так что там есть, по крайней мере, одна маска, похожая на мою. Если не найдешь у них нужную маску, посмотри в гардеробе. Некоторые маски из других магазинов тоже могут подойти. Прежде чем мы двинемся в путь, я скажу, что думаю о твоем образе. Конечно, нам не обязательно быть в похожих масках. Конфеты мы все равно соберем. Для начала попробуй собрать конфеты прямо здесь, в цитадели. Надо убедиться, что твоя лошадка не будет против меня покатать. Я ничего не вешу, но живые иногда мерзнут от наших прикосновений. Если ты не знаешь, как собирать конфеты, сейчас объясню. Надо подойти к кому-нибудь и сказать сладость или гадость. Попрактикуйся на симпатичных кабачках у портала в Юрвик. Сладость или гадость? Отлично, конфеты мы сможем получить только на Юрвике, но довольный вид этих ребят для меня как бальзам на сердце, выражаясь фигурально. Конечно, поехали назад. Данное задание тоже было в прошлом году, единственное, я не помню, что там было с этими конфетами, то ли нам будут давать осколки душ, то ли действительно конфеты, я подзабыла, надо будет проходить это задание и вспоминать. По-моему, основной принцип этой традиции ты поняла. Прежде чем мы отправимся за конфетами, я должна оценить твой образ и выбрать пункт назначения. У тебя прямо на лице написано «Главная героиня». Ты должна знать кучу людей на Юрвике. И некоторые из них наверняка заготовили конфеты на Хэллоуин. Поехали! Так. Может, это самое популярное украшение для волос, но листья кувшинок такие красивые, чем не вариант. К тому же, промокнуть я не могу, так что буду делать что угодно, лишь бы было красиво. В общем, идем за конфетами. Если оденемся похоже, получим еще больше наград. Сегодня мой наряд – прекрасная кувшинка. Надень маску лягушки, чтобы она сочеталась с моей. А, у тебя не маска лягушки. Нам будут давать не конфеты, а два же осенних жетона. И 100 единиц опыта для вашей лошади. И 10 единиц опыта персонажа. Если это будут давать каждый день, это очень приятно. Но как у тебя кувшинка и маска вот эта? У меня нет лягушки. Так, отойди немного. Хочу как следует тебя рассмотреть. Заодно можешь нанести последние штрихи, если не до конца собралась. Я, к сожалению, не имею при себе в наличии маску лягушки, но думаю, принцип вы поняли. Нужно одеть то, что она вам говорит, либо в цветах, либо конкретно в маске какой-либо, и поехать на Юрвики и получить еще больше, наверное, осенних жетонов. Не знаю, по крайней мере, базовое задание говорит нам о том, что мы получаем ровно две штучки. Так, ну что ж, с этим мы закончили, идем искать призрака ведьмы. На втором этаже цитадели у нас есть напуганный призрак. Что уже с ним случилось? Что это за место? Почему я здесь? Послушай историю. Эй, ты не знаешь о призраке ведьмы, что бродит по Юрвику? Мы столкнулись с ней лицом к лицу в золотого листа. В мгновение ока на лес опустился мрак, и надо мной нависла тень. Я пустилась бежать, но ведьма не отставала. Ее темная магия окружила меня, и в конце концов я угодила в ее колдовскую ловушку. Очнулась я уже здесь, в цитадели, а ее жуткий призрак растворился в небесах. Когда ведьма удалилась, на пол упало письмо. Она обронила его случайно или нарочно, чтобы я отправилась за ней. О, надо же, письма теперь из ведьм падают. Забирай письмо, если хочешь, но берегись. Ведьма наверняка сделает все, чтобы вернуть свою собственность. Ага, здесь суть такая, что если в гамбите наездника за нами охотится наездник Томпсон, всадник без головы, то в случае здесь мы берем тетрадку, ну тоже вот бумажку, и за нами преследуется ведьма. Ведьма... Не нужно ждать целый час, нужно всего лишь подождать 15-25 минут. В этот промежуток времени она как раз и появляется. То есть, если, допустим, вы просидели в игре час, и ее так и не было, то это очень странно. Получаем точно такую же награду, как и с гамбитом наездника. В случае, когда мы оплачиваем данный листочек, мы отдаем 3 осколка душ, если проиграем,
то ничего не получаем. Ну а если сбежим, получим 6 кристалликов. Очень удобный способ для того, чтобы накопить побольше осколков душ. Даже здесь туман меня не опускает. У нас появились новые друзья, точнее вернулись Дорха и Солос. Магические лошади на модельке Тинкера вместе со своими питомцами. Они здесь будут находиться аж, по-моему, до 29 ноября. Стоит каждая лошадка 850 старкоинсов. Вот такой вот у нас Солос. Основаны они на каких-то волшебных магических птицах. Вот магический и вот обычный облик. Характеристики и анимации абсолютно такие же, как у Тинкеров. И вот такая вот темно-синяя Дорха, вот в магическом, и вот в обычном своем виде. И два питомчика, сова и чайчка. Сова зовется феерический филин за 400 старкоинсов. Ух, как дорого-то. И у нас еще есть лазурная чайка, тоже за 400 старкоинсов. Дорха, Солос, а также их питомцы будут на Юрвике до 29 ноября, а после чего уедут обратно в дикие леса до следующего своего приезда. Уход коня бельгийца Инчендема All-In, возможно, фейк? Возможно, что и так, так как данную новость мы видели только в большущем количестве рус-сообществ по Star Stable Online, но при этом ни в каких первоисточниках я лично не смогла найти данное сообщение, данную запись, новость или даже хотя бы отголоски истории о том, что действительно All-In покидает Юрвик. Как в прошлый раз ситуация была со Спиритом, он был контрактом со студией, которая его выпускала. Конь жил у нас на Юрвике целый год, после чего тоже был убран из игры. В ноябре прошлого года в среду был добавлен конный фестиваль вместе с жеребцом All In. И это тоже у нас контракт, то бишь он не постоянный. И так совпало, что действительно прошел уже год. Ноябрь 23-го, обновление в среду тоже 15-го числа. Вы представляете, какое это совпадение? Поэтому, возможно, его действительно уберут в ноябре 15-го числа. Но я, к примеру, вот, не нашла я официального поста от самой игры. Так что не удивляйтесь, если после обновления в среду конь не покинет в Юрвик 15 ноября, потому что запись была фейковая. Поэтому сидим и ждем официального поста от разработчиков, от игры о том, что он действительно покинет Юрвик. Что же нас ждет на следующей неделе? Цитадель наездника останется открытой на последнюю неделю. И на Юрвике нужно будет найти 7 заблудших призраков и помочь им успеть попасть в цитадель до того, как она исчезнет. Ну а также теперь немножечко о спойлерах. Нам проспорили, что уже совсем скоро 8 ноября выпустят наконец-то датскую галатскую лошадь. Почему я говорю двойную породу? Потому что разработчики долгое время сами никак не могли определиться, как же в итоге называется эта порода. Вначале они нам сказали, что они собираются выпустить лошадь гран-при уровня по выездке. Потом начали выходить потихонечку официальные спойлеры, что это будет голландская. Потом вышел пост о том, что 7 мастей, там прописана датская лошадь. Сейчас в спойлерах написано вновь каких-то голландская. И в четвертых спойлерах все-таки написано, что это датская. Я, если честно, уже не знаю, чему верить, поэтому просто уже сидим, ждем выхода официального породы на Юрвике. Можете пойти тоже посмотреть спойлеры. Я их скопирую и вышлю в свой телеграм-канал. Лошади просто очень красивые, действительно очень прекрасные. Я думаю, они и есть как раз гран-при класса, уровня по выездке. Вот. Поэтому да, очень ждем, очень хочу, безумно хочу и даже не знаю, кого брать. Так что да, по ссылке в описании будет на телеграм-канал, и там я выставлю все посты, которые связаны с вот уже грядущим выходом данной породы. Ну а на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Божечки, как я уже хочу этих гран-при коней, вы бы знали.